Программа по спасению голубя. Пока мы тут уходим, да, прогуляться, они отдыхают. Сейчас уйдем, все съедят. Ну что, начинаем план по освобождению голубя. Принесли мы тут семечек. Паша уже раскидывает. Вот она, девочка. Малышку так жалко ее. Молодец, хорошая девочка. Хорошая девочка. Умничка. Вот она справа. Тоже четвертый день прикармливаем эту девочку инвалида. Паша пытается рукой поймать. Так хочется ее освободить. Такая хорошая пара. Все время так заботиться друг о друге. Они такие настороженные. Паша пытается прикормить и поймать рукой. Не получается. В общем, план такой. Когда буду ее кормить, она уже с руки мне кушает. Я этим крючком зацеплю за веревочку и попробую ее поймать. Освободили мы нашу девочку. Вот она сейчас отдыхает. Летела. В общем, поймали на вот такой крючок. Такой крючок сделала. Вот. Кормила с руки, поймали и освободили. Наша сладкая парочка прилетает, но видно, что она болеет. Наша Гулечка, которую мы освободили. Красавица моя прилетела. Прилетает каждый день покушать. Смотрит на меня. Уже получше, мне кажется, у нее лапка. Ну, вообще радостно, что мы ее смогли освободить. Вообще очень-очень радостно, потому что у нее совсем было плохо. Так что сейчас намного лучше. Передвигается. Красавица моя.
Назвали ее малышка. Вот уже прошел месяц. Еще девочка у нас живет, прилетает, кушает. Вот она вторая. Немножко, конечно, у нее болит, но все-таки лучше намного.